Так, у меня с женщинами ничего не было. Это я знаю абсолютно точно. А тебе не верю, не верю. Но ты ведь сам говорил, что подсознание возникло. Так, все, все, что подсознание, что подсознание? Не передергивай. Мужские сны нельзя сравнивать с женскими. Тебе не верю. Почему-то нельзя сравнивать, Никита. Потому что мужчина. Мужчина устроен совершенно иначе, чем женщина. Если мужчина, пусть даже женатый, видит идущую ему наперерез самку в виде подпрыгивающей груди и вращающегося зада, в нем мгновенно просыпается могучий, древний дух предков, который требует догнать и продолжить жить на земле. Любой ценой, пусть даже ценой собственного здоровья и благополучия. Кровь приливает к голове и другим частям тела. Миллионы будущих детей взбудоражены ждут начала гонки, которая победит быстрейший и выносливейший вдали. Маячит самый дорогой во вселенной приз человеческой жизни. И вот в тот самый момент, когда мужчина всем своим существом устремляется к объекту своего желания и почти настигает его, в тот самый момент на его голову, как ушат холодной воды, обрушивается голос любимой в общем-то жены. Дорогой, не забудь купить туалетные бумаги. Да. Какие сны будут сниться такому мужчине? Да. Кого он будет видеть в своих снах? Жену? Да. Молчи. Туалетную бумагу? Да. Одним словом, не одно дело, когда мне снятся женщины, с одной из которых я вынужден ежедневно работать, а другая является женой моего лучшего друга. И совсем другое, когда тебе снится незнакомый, молодой, красивый, стройный мужчина, которого ты видел один раз в бане. Да. Или не один.